Ну что, пришла моя долгожданная посылочка. Здесь у нас находится пылесос для аквариума. У продавца он называется как электрический сифон. Так, сейчас будем делать распаковку. Блин, я даже не знаю, с какой стороны тут начинать отрезать. Ну, пока так пробуем. То есть пылесос для аквариума. Будем смотреть, нужная штука или нет. Только сначала нам ее открыть надо. Ой, как громко. Запаковано очень хорошо. Надеюсь, что и очень хорошее качество будет. Опа. Так, что у нас тут? Так, упаковано отлично. Ух ты, какой большой мотор. Он тяжеленький. Так, мотор. Провод. Провод вроде длинный. Так, ну такая штука, я думала, она меньше. Так, а вот сам пылесос. Угу. Главное, чтобы все трубки были целые. Ручка. Вот, я так понимаю, сам фильтр, куда будет собираться грязь из аквариума. Так, это у нас сифон. Так, как это у нас тут? Ага, наверное, можно удлинять его. Ну, все, и три трубки. Так, сейчас соберу, покажу, как это выглядит в собранном виде. Ну вот, собрали мы этот агрегат. Это получается у нас фильтр. Сюда будет выливаться вода назад в аквариум. Если хотите, чтобы выливалось, делайте подмену воды, просто подсоединяйте шланг. Трубка очень большая, из раз, два, три колена. Вот. Любое колено из этих можно убрать. Получается она длиной 80 сантиметров. Плюс тут еще два таких сифона нижних тоже. Можно один оставить, можно два. То есть подойдет и для большого аквариума, и для маленького. Ну, пойду испытывать на деле. Так, сняла одно колено, ставила два. Обнаружила, что еще на ручке есть скорость потока воды. Ну, сейчас проверим, работает она или просто для красоты. Все, включаем. Пробуем на этом аквариуме. Как раз его пора было чистить. Так, погрузили сифон в аквариум. Включаем. Так, приподними немножко. Пользоваться еще сами не умеем. Пробуем первый раз. Не-не-не, просто держи, я хочу посмотреть, как он. Там уж сифонит, я снимаю. Нет, ниже опусти. Так. И там выливается водичка. Сейчас покажу. О, скорость, да, побольше. Утопи его немножко больше. Вот. Утопи и не трогай. Вот так, да. Так, ну что, сифон сифонит. Тут у нас мелкий песочек. Вроде справляется на ура. И получается, что чистенькая водичка выливается назад в аквариум. А вот здесь грязюльки остаются. Ну, интересно. Давай еще разных этих. Так. Так, как это дело все выглядит? Вот так. В аквариуме. Хм. Класс. А если к этой трубке подключить шланг, присоединить, то вода будет выливаться, ну, например, в унитаз или в раковину. Так, ладно, буду сифонить. Вроде работает. Включается на ура.
Не надо стоять с этим ручным сифоном, пытаться эту воду, чтобы пошла. Огонь. Короче, покупкой довольна. Вот, просифонили грунт. Вот фильтр. Андрей, открути. Сейчас муж открутит, покажу, что в фильтре. Так. Ну, грязи-то и немного. Попадаются песчинки. Ну, это я сначала. Вот сколько грязи. Единственное, что есть немножко песочка, но это сначала у нас в самом начале так получилось. Потом уже песок не засасывали. То есть надо было немножко, так сказать, пристроиться к этому аппарату. Высасывает он растюшки, которые у вас на дне, плюс грязь всю. Выливается чистенькая водичка. Основной косяк — это то, что здесь очень быстро забивается вот этот фильтр. То есть мы сколько? Ну, минуты 4 я посифонила, все, и вода вот с этой трубки уже еле-еле-еле вытекала. То есть надо будет какую-то губку свою положить, потому что это очень-очень мелкопористое. Надо, мне кажется, что-то более крупное положить, тогда будет лучше. Ну, так вроде ничего. Огонь.